Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как забыть все плохое, не прокручивать прошлую жизнь, начать жить настоящим? Ну, тоже такой довольно короткий вопрос у нас здесь получается. Забывать все плохое, наверное, не нужно, потому что часть вашего опыта и часть вашей жизни, я не думаю, что вот, нужно забывать все плохое. Нужно проживать свои чувства по поводу вот этих событий, которые вот, ну, в вашей жизни происходили, да? Вот. Ну, проживать их вот столько, сколько нужно. Вот. Это первое. То есть, вот, ну, чувства ваши, вот, если они у вас есть, да, как-то вам, ну, больно, да, вот вам, вам больно, вам тяжело, вот, то вот все чувства, которые у вас есть, да, их нужно прожить, чтобы они вас вот, не отравляли. В этом смысле. Сделать выводы по поводу своих, ну, ну, действий, да, своих, своего поведения. Вот, сделать выводы, соотнести с ценностями вашими же, вот. И, в общем-то, жить дальше. Но, что такое жить дальше? Очень хороший вопрос. Вряд ли человек может просто взять и начать жить дальше. На самом деле, чтобы человеку жить дальше, нужен интерес, мотив, стимул, движение. Если у вас ничего этого нет, жизнь настоящего вы не будете. Это нужно найти. Вот. Бывает и по-другому. Бывает так, что настоящая жизнь чем-то не устраивает. То есть, ну, есть какие-то факторы, да, которые человека напрягают. То есть, что-то как бы изгоняет его из настоящей жизни. Вот, это нужно разобрать, найти и подкорректировать также. Ну, вот. Могут быть страхи какие-то. Ну, то есть, вы можете чего-то бояться, можете чего-то опасаться. Да, нормально, что вы чего-то боитесь. Вот. То, что вы сейчас спрашиваете, вот, задаете вопрос, это хорошо. Это первый шаг к тому, чтобы развиваться. Так что самый лучший способ решить вашу проблему — это пойти на психотерапию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.